Всем привет! На улице минус 10. А мы вот такие любознательные. Нам уже месяц и 2 дня. Пузатые. Мы раскидываем куча зерна, куча всего. У нас целая подкладка зерна из соломы. Да? Такие мы бодрые, веселые. Единственная проблема, сейчас подольем горячей водички, потому что вода замерзает все-таки. Это единственный недостаток. Содержание кроликов в клетках на улице. Вот такие мы шустренькие, быстренькие. Вот. Вот такие красивые у меня крольчата. И голодная мамка. И голодная Нюха, моя собака. Она вечно голодная. Ей бы вообще лишь бы пожрать. Сейчас дам.